Агава королевская относится к растениям очень древним. Это растение южноамериканское. И растение, которое обладает очень большим количеством целебных свойств. Издревле это растение считалось растением, которое используется в кулинарии. Часто используют листья этого растения мексиканцы. Они запекают листья и кушают. А еще другая особенность этого растения стоит в том, что на конце листа есть шип, который, если дернуть, то он вырвется вместе с волокном. И такое шиповолокно используют как нитку с иголкой. Еще это растение, которое богато сахарами. Поэтому очень часто из сока этого растения путем сбраживания делают пульки, алкогольный напиток, ну или, как еще говорят, мексиканская водка. Очень часто такое растение называют столетником, поскольку оно цветет один раз в своей жизни. Но происходит это не раз в 100 лет, а довольно чаще, раз в 10, в 20 лет, один раз в 10 или в 20 лет. Причем цветонос обладает великолепными цветками, и цветонос имеет высоту в 1 метр. После того, как отцветет агава, она погибает. Это особенность этого растения. И помимо того, что это растение дает огромное количество семян, оно еще дает корневые отпрыски. Вот такое потомство оставляет это растение.